На сургутскую сцену вышли 12 юных хип-хоп-танцоров. Хореографический ансамбль «Надежда» исполнил яркий уличный танец под названием «Прыгай». И все готово, все танцуют, все довольны, это клево. И еще один штрих маленький, но нужный. Сделай громче так, чтобы сосед снизу послушал. И прыгай, прыгай, прыгай выше головы. Номер в жанре хип-хоп начали ставить еще полгода назад. Еженедельные тренировки оправдали себя, и юные участницы вернулись в Нефтьюганск с кубком лауреата второй степени. Легче всего было просто встать в полукруг. Самое сложное было запомнить комбинации на припеве. Гран-при заслуженно получила Милена Басырова, солистка ансамбля «Калейдоскоп». Девушка исполнила номер «Попрыгунья» – национальный татарский танец. Ну, для меня это очень важная награда, потому что я хожу уже 6 лет, и сначала танцевала в коллективе, потом мы с преподавателем поставили танец, и моя цель была достичь гран-при. Девушка продолжит усерднее тренироваться, чтобы на будущих конкурсах взять награды не хуже. Помимо танцев, Нефтьюганск представляли юные вокалисты. Озеро с водой, Софья занимается вокалом уже почти 5 лет. На конкурс выбрала одну из своих любимых русских народных песен «На горе». Когда жюри объявили результаты, а имя девушки прозвучало вместе со словом «Гран-при», своих эмоций она не смогла сдержать. Я заплакала от счастья. У меня было очень много эмоций. Было очень страшно. Но я поверила в себя и поняла, что нечего тут бояться. Даже если бы я заняла не гран-при, а 3-е место, я все равно была рада. На этом список лауреатов от Центра дополнительного образования «Поиск» не заканчивается. Старшая группа ансамбля «Калейдоскоп» взяли 1-е место за танец «Белорусская крутуха». Для коллективов это лишь первые творческие успехи в начале учебного года. Сейчас проходит подготовка к следующему конкурсу, который также состоится в Сургуте. Алина Ширна, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».